Ну вот, я бегаю туда-сюда, туда-сюда. Знакомый говорит, давай я тебя подвезу. Я говорю, ну ты меня тогда подожди. Я еще в этом зале не снимала. Ну, я тогда недолго. Вот такая вот красота. Здесь тишина. Это наш член-клуба. И всего лишь 3 сейчас посетителя. Да. Я здесь нашла одну котлею. Сейчас я покажу. Я, по-моему, перед этим показывала. Линка котлея. Да, я смотрю, какая здоровенная. И почему не название всегда не ставят. Это у нас здесь гибриды, да? Это, конечно, не предел, вот величины бывает и больше, но бывает чересчур огромный, а не как вот, как тут говорят, как дурачок. Огромный, вот красивый цвет, да? Сочетание белого с этим, с бурей. Цвет буряка или как это? Так, я смотрю, где название. А, это вот это вот мелодия фея. Красавица. Так, это у нас Йеллоубёрд. Это желтая птица. Но я не знаю. Я вот ее второй раз вживую вижу. И когда девочки показывают вот, да, видео, они такие красивые. Ну вот, я второй раз ее вживую вижу. Вживую, да. Но мне ее совсем не хочется. Ну как-то, не знаю даже. Хотя так вроде через камеру красивая. А вживую она намного бледнее. Ну, по крайней мере, те, что вот мне попадались там. Да. Вот опять же мелодия. Ну, по-японски она так читается. Я подпишу, как называется. Вот, я уже ее издалека узнаю. Я хочу себе такую. Ну, там в магазинчике не было ее. Когда-нибудь попадется. Довольно такие, да? Они маленькие цветочки. И выразительные очень. Это сочетание цвета. Вот. Я попытаюсь найти ее название, но я его просто не могу прочитать. Я пыталась вот это вот вписать, то, что здесь написано. Да. А что это? Геа. Дикинг. Если кто-то знает, я еще попытаюсь вот это вот расшифровать тоже. А что это написано? Кингу, 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 наверное, это большой, да? Ге кинг, это, наверное, размашисто как-то написали. Де кинг, гей. Вот попробуй, ну, такой у нее цвет. Мама дорогая, он еще и блестит. Вот, пастерал. Довольно такая маленький цветочек. Хотя бы тоже пастерал и уже покрупнее. Но мне кажется, что у меня больше. И вот, да, смотрите, и пастерал, и нопсис, да? Вот. И дядечка снимает, фотографирует. И у него нет, видите, на губе никаких полосочек. Здесь нет, вот у меня тоже нету. А вот здесь тоже пастерал инопсис. У него немножечко просвечивается. То есть, я, насколько я поняла, может быть полосочка здесь, да? Вот именно у инопсис. Может быть, а может и нет. Ну, это Максима, да?
Конкара. Так, Трианаи. Это у нас кто? Это... Что это? Года Рикара. В общем, по-японски язык сломаешь. Так. Это уже отцветает у нас Ансепста. Вот, это, конечно, красавец. Ага, мы не посмотрели с вами на призера Максима Сырре Хекта. Хекта. Гекта. Гектор, может быть. Хекта. Прелесть-то. Так, Максимы тоже сейчас цветут. От разных вариаций, да? Так, и я хочу посмотреть, кто же призер был. Что-то я так мимо-то прошла. Значит, это получается первый у нас приз. Да. Это у нас Каланта. Прям. Шикарная, конечно. Зичья. И это у нас Лилия Котлея. Поплата. Ага, я так смотрю, какие же у нее названия. Это вот тоже свои, кто приносил наши, да? Перед самой выставкой проходит голосование. По-моему, так я ни разу не присутствовала. Кто победитель? Котлея, Трианаи, опять же. Барбоса. А, Барбоса. Ну, вот она, Барбоса. Вот ее, ну, так себе цветы. Вот. Не в том смысле, что некрасивые, а мне само название нравится. И, например, Трианаи... Я бы другую, например, какую-то вариацию выбрала, но вот если мне попадется чисто из-за Барбоса, я ее куплю когда-нибудь. Да, опять же, Трианаи. Вот какая миленькая Максима. И вот так вот. В том зале мы уже были. Валькирианы сначала смотрели, да? Так, вот здесь вот у нас что? Вамирата. Ванда. А, кстати, она, по-моему, даже пахнет. Это Эрия. Вот кто это у нас. Башмак. Я это не прочитаю. Вот этот вот, вот эта орхидейка, я все никак на нее не решусь. А цветочки у нее вообще на орхидеи не похожи, да, просто как обычный сорнячок цветет. Это что нам? Медиокалка. Так, где-то тут название должно быть, да? Так, и последний стенд. Это у нас не зацвел, но хотя сегодня выставка началась, поэтому он еще зацветет к концу. Расцветет к концу, да, выставки. Это у нас тоже, опять же, Каланта. Довольно-таки крупные розовые цветочки. А вот у нас это кто? Это Шамбургия.
Когда моя зацветет? Вон там какие-то цветы. Это у нас ангрекум, эбаниум, что-то такое вот. Ну, видите, какой у него жуткий грибок. Это вот не мешает быть таким огромным и цвести. Ведро какое, да? Ну, то есть там огромное ведро. Я не знаю, сколько, литров 10, наверное. Ну, 8 так точно. Так, и катасету мы. Это вот автодак. Ну, кстати, катасету мы там только вот в продаже кто-то один свой принес. Даже покупатели его спрашивали. Нету. Потому что продается только то, что вот кто-то лишнее свое принес, да, на продажу. У этого крупные довольно-таки цветы. Так если получится, я издалека покажу, да. И это у нас, ну тут и бульбы. Ого. Какие, да? А кто же ты у нас? Я постараюсь найти название. Понятливое. Понятное. Кстати, давайте я понюхаю. А, ну да, лак для ногтей. Интересно, я сейчас их все понюхаю. Нет, этот что-то трава с чем-то сладким, что ли. А это вообще что-то вроде гвоздика с зеленым чем-то. Интересно. Я думала, что уже подумала было, что не все пахнут одинаково. Лак для ногтей. Так, и это у нас автодак. А вот, наверное, про него спрашивали. Так, минуточку. Значит, это автодак должен быть гибрид, а не просто автодак. Вот такой вот. Если что. Я же думаю, черный должен быть. Почему не черный? И вот автодак. У него название только это. А нет, есть. Так, пока людей нету. Вот так вот он называется. Ну, у меня висит табличка на груди, что я здесь присматриваю, да, поэтому мне можно. Так, это у нас Тайван год. У меня две вариации есть. И не могу никак зацвести. Вот они пахнут тоже этим лаком для ногтей. Прям такие вот резкие. А этот у нас тоже автодак написано. Вот автодак пахнет этой гвоздикой. Это у нас брассия, наверное, да? Да, брассия. Бибия. Стал как-то так. А вот какой интересный. Аканбе. Аканпе. Дикита. Такое название я вообще первый раз слышу. Бутончики нет, это вот оно цветет там. Такое чудо. Фаленопсис. Обычно фаленопсисов не бывает. Ну вот, тут даже это кто у нас? Дегамо. Дера, господи. Такой фаленопсис, да? Так, название его смотреть не буду. Ну, вот так все. Люди разошлись, стало более-менее тихо. И вот на
этим, наверное, и закончу. Трианаи. Просто разные вариации, да? Это у нас кто? Вот опять же трианаи. Разных вариаций, да?